Ассаламу алейкум. Всем доброго времени суток. Я хотел бы поговорить о видео Коваленко, о видео Басаты, о видео Никиты Ворожбитова, которые сейчас говорят и плохие вещи о Зелимхане. Меня зовут Адам, я сам чеченец. Мой номер 8-967-948-92-33. Я лично считаю, что вы неправильно поступаете, и вы несете всякую чушь о Зелимхане. Сравните Зелимхана с собой, какие дела он делает. Хотя он сам мусульманин, он помогает христианинам, в основном мусульманинам, без разницы, какой он религии, понимаете? Так что не сравнивайте Зелимхана с собой, не пытайтесь очернить его имя. Все знают, кто такой Зелимхан, и все знают, кто вы такие, понимаете? А Коваленко, я тебе давно оставляю комментарии, чтобы ты успокоился, чтобы ты взял другое направление и стал снимать, ну, другие видео, чтобы ты нас оставил в покое, понимаешь? И я хочу, чтобы это видео дошло до тебя, и ты мне позвонил. Я без камер, без ножов, без там, стволов приду, отдельно с тобой сяду, мы где-нибудь сядем, и я тебе доходчиво объясню. Объясню Басата, тебе лично надо этот пасть сломать сначала, я так думаю. Но мы люди с терпением. Я попытаюсь тебе объяснить для начала. Если бы ты меня не поймешь, тогда я тебе предложу другие варианты. Вот так вот. Так не надо снимать, не надо делать такие видео, не надо нести всякую чушь, чтобы там набрать подписчиков, набрать хайпа, там, не знаю. Это хайп берите в другом направлении, там, снимайте здесь, в Москве, там. У вас там здесь, там, в других городах хайпите как хотите. Для нас вот эти хайпы, которые вы сейчас делаете, для нас чеченцев именно вот эти хайпы неприемлемы. Понимаете? Мы не, ну вот, Басата, посмотри, что ты несешь вообще. Что ты несешь? Я сегодня еще один человек был про Зелимхана, там видео снимал. Я ему позвонил, видео вызов сделал. Он у меня просто один раз трубку брал, взял. Выключили, больше не берет, понимаете? Я ему хотел, чтобы он мне объяснил. Свой номер оставил, в Ютубе видео кинул, номер оставил. Я ему звоню на этот номер, видео вызов. Он взял трубку, и когда я его начал спрашивать, зачем ты так сделал туда-сюда, ну, чтобы он скинул его местоположение, он просто трубку выключил, и у меня не берет больше трубку, понимаете? Вот такие моменты. А так я всем желаю добра, всем удачи. Нам, именно про чеченцев я хочу сказать, нам есть кого слушать, наших родителей, наших старших, наше правительство, да и друг друга мы, братьев, слушаем, друзья мы друг друга слушаем, мы друг другу примеры показываем, понимаете? И не вам объяснять нам, как нам себя вести, что как нам делать, понимаете? Вы лучше посмотрите сначала, какие мы люди, потом и все, снимайте. Пожалуйста, понимаете, только приезжайте к нам в Чечню, снимайте наши красивые места, ну, вот это все, мы рады гостям, понимаете, вот этот нацизм, Басата, из тебя, и Коваленко, из тебя, вот этот нацизм просто выливается изо рта, видно, как оно выливается, понимаете, вот это нельзя делать, Россия — это большая страна, мы должны жить дружно, красиво, и... Как всегда, вот вы пытаетесь, там, не знаю, хайпиться. Не надо такие вещи делать. Всем добра, удачи, ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.